давайте, давайте, маленькие писюны. Выходите сюда ко мне в онлайн, я вам кое-что покажу. Здорово, здорово. Знаете, что я вам сейчас покажу? Готовы? У вас сейчас потекут слюни от зависти. Вы будете ненавидеть меня еще больше, чем всегда. Да, вот. Короче, пацаны, я, в принципе, вышел уже на свой пик, который у меня был до того, как начались проблемы со здоровьем. Вот. Но сейчас, выйдя на пик, я могу сказать вам, что вес тот же, объемы те же, а жировая складка еще меньше. Сейчас я вам покажу складку на пузе. В принципе, вы сможете заценить количество жира на мне, а потом я вам расскажу про спортпит. Вот смотрите, складочка. Вот такая вот складочка. Это мой прессик сейчас. Видите, да? Ну что, пацаны, видно, нет? Вот, значит, это вот количество жира, которое на мне сейчас. Значит, исходя из этого количества жира, я могу сказать, что, ну, лишнего веса на мне довольно-таки мало. В основном это вода, а жира там минимум. Я решил, тут у меня, в принципе, осталось около 2 месяцев для того, чтобы начинать диетить, при том, что, как вы знаете, я и так питаюсь довольно-таки, будем говорить, правильно, да? Вот, я решил, что я попробую сейчас максимально еще увеличиться, насколько это возможно, насколько мне позволит здоровье и финансовые возможности. Я думаю, что и то, и другое постарается меня не подкачать, поэтому я вам сейчас расскажу, что касательно халявного спортпита у меня тут происходит. В общем, смотрите, сейчас вы у меня тут дома. Смотрите внимательно, вы у меня дома сейчас. Вот это мой халявный спортпит. Вот это все мой халявный спортпит. Соответственно, если я вам открою коробочку, то вы увидите, блядь, как дохуя его у меня здесь есть. Ну, вот как-то так. Видите, да? Вот, короче. Мысля очень простая. Сейчас я просто это все дело посчитаю, сколько мне чего нужно, и начну загружаться. Я думаю, что ориентиром попробую где-то 50 грамм глютамина в день, где-то 50 грамм БЦАшек в день. Так, черные списки никто не отменял. Вот, где-то 50 грамм БЦАшек в день. Где-то 1500 калорий с гейнера нормального в день. Значит, что еще? Плюс у меня проты, изоляты, казеины, ну и прочие всякие ништяки. Сейчас я вам что-нибудь тут подостаю и расскажу, что и что. Ну, у меня просто натураха, у меня реально глютамина просто гора, поэтому я думаю, что мне его хватит, да и, в принципе, чё кота за яйца тянуть, смотреть. Ну, вот, например, есть такой вот у меня углеводненький комплекс. Называется он Глюкофьюз. Так это все мое, ребят. Что значит откуда? Это остатки с магаза, когда я закрывал питерский магаз. Вот, у меня довольно много всего осталось. Разыгрывать нихуя не буду. Если кому-то что-то надо, пишите в личку, могу продать. Вот, это хорошие очень углеводики. Я думаю, что сейчас я их буду грузить между приемами пищи. Плюс туда у меня пойдут креатин, гидрохлориды. Вот, есть вот такая интересная штука. Очень хорошо пить ее на ночь. Такую штуку на ночь я тоже пил. Вот сейчас добавлю это дело вместе с мелатонином. Будет охуенно просто. С ней очень классно засыпать. Вот, что еще вам показать? Я думаю, добавим вот этого дела еще, для того, чтобы было больше аминокислот. Глюкофьюз на тураху называется эта штука. Так, что-то мне еще. Я думаю, что целашечек нужно закидывать будет сейчас. Так. Смотрите, что у меня еще есть, мои маленькие тестостероновые монстры, блядь.
Жалко, вам не видно нихуя, какое количество банок здесь у меня. Вы бы просто охуели, если честно. Отгад для сна называется Adenoflex. Хорошая штуковина. Так. Шред матрик. Бля, у меня же разжигатели, пацаны. Я утверждаю, что моя форма от того, как я живу, человек. А при чем тут спортпит? Если бы ты жил, как я, 15 лет подряд, может быть, у тебя бы тоже такая была. И от трена, друг мой, и от всего, и от спортпита. Так что расслабься, успокойся, я ничего не утверждаю. Вот. Сейчас посмотрю, что у меня тут еще. Очень много тестобустеров. Бля, я не знаю, как вам это все подсветить, чтобы вы увидели количество, блядь. По поводу ГР сегодня всем отвечу. Кто интересовался, Хайгет, новая партия у меня приходит в середине следующей недели. Так что можете писать, размещать ваши заказы. Я все обработаю, приму деньги и на следующей недельке все вам отправлю. Так, что тут еще? Блять. Паспорт Пита по остаткам я только оптом продаю, пацаны, розницы не продаю, мне просто, блядь, неинтересно его очень дохуя, и заморачиваться там за 3000 рублей, чтобы вам продать Спорт Пита на халяву по низкой цене, честно говоря, мне просто впадло. Если заказ там какой-то более-менее адекватный, там на десятки тысяч рублей, это да, это без проблем я поставлю. Вот, хорошо, я посмотрю тогда. Жизнь бодибилдера тяжела. Ну, никто не говорил, что она легка, но мне в кайфушку. Так, значит, что? Сейчас еще коробочку достану, посмотрю. Прайс посмотреть как? Очень просто. Написать мне в личку, я вам отправлю прайсик. А, вот еще есть вот такие витаминки у меня, называются секретагог. Вы, наверное, никогда такие витаминки не пробовали. Владимир Алексеевич, хорошо, Владимир, посмотрю. Витаминки, короче, для пенсионеров. Не, ну это я шучу, конечно, но это витаминки для людей, у которых возраст за 40 лет. Вот, и они очень-очень обогащенные всем. И при этом они еще, короче, это, как это называется, увеличивают стояк. Ну вот, но мне все равно не помогает, поэтому это все. Херня. Но тем не менее. Так, значит, это я посмотрел. Сейчас позырю, что еще есть у меня тут. Погодите, мои сладенькие. Передняя камера как будто запотела. Смотрите, какой я классный. Вам меня видно? Я не знаю, вам, по-моему, ничего не видно. Вы своими комментариями закрываете меня. И я себя не вижу. Я бы вам банки показал, да из-за ваших комментов их все равно будет не видно. Зайчики мои. Вот. Как-то так. Баночка. Баночка. Ладно, я пошел дальше ковыряться, короче. Никуда не уходите. Ой-ой-ой, блядь. Когда выступаешь? Когда соревнования будут? Че еще? Пюра нет, пюра немного. Съешь банку ради банки. Почему я пузатый? А почему ты дрищ? Да, это все я есть буду. Чувак, а если я тебе покажу прессы, у меня, кажется, есть прессы еще хуй больше, чем у тебя. Что ты будешь делать тогда? Мне кажется, ты будешь очень переживать тогда. Не уснешь ночью. Еще борода гуще, чем у тебя. Еще, ну, как минимум, IQ выше, чем у тебя. Что делать будешь, чувак? Откуда столько лаве? Ну, соревнуешь же, закупки и шоколадные медальки, как тут написал один парень. Вот так вот. Так, что я хотел сказать? Так вот, короче, пацаны, по поводу Хайгета. Все, кому, короче, нужен Хайгет, вы в личку мне пишите, заказы ваши я обработаю и даже приму ваши деньги. Но сразу же я предупреждаю, что партия придет где-то в середине следующей недели, то есть там в среду, может быть, в четверг. Вот, так что, хуй 16 сантиметров, ну ты лох тогда, лох. Ладно, не расстраивайся, все норм, у меня все равно больше.
Блокатор миостатина – это пока что не исследование, фигня. И, ну, честно говоря, неизвестно, как работает. Я работаю, никаких обид, я работаю и над дыханием, блядь. Я над всем работаю, ребят. Я работаю именно для того, чтобы, когда я вышел на сцену, вам было приятно на меня смотреть. Все свои недостатки я знаю, над ними я и работаю. Преимущества и так, блядь, будут преимуществами. Вот. Так что, короче, вы прерываете меня. По поводу Хайгета можете писать, заказы приму, но отправки пойдут только примерно с середины недели. Вот. Что касается... Выйду я на сцену. Вот. Значит, что касается Растана, пацаны, Растан в наличии уже сейчас. Вот. Если хотите, можете тоже уже оставлять заказы. У меня дельта отстает, это смешно. Это так же, как трапеция примерно отстает, да. Вот. Но, как говорится, Растан немножко другого уровня гормон. Он подороже, но, как я вам уже говорил, Растана можно колоть в два раза меньше. Поэтому, что тут сказать? Сказать можно, что, в принципе, можно попробовать купить и Растан, и проколоть его в меньших дозировках, и, в принципе, точно так же почувствовать, как работает хороший гормон. Потому что, ну, на вкус и цвет, как бы, блядь, все фломастеры, вы понимаете. Так что, кто хочет, можете писать, заказывать Растан, кто хочет, может писать, заказывать Хайгет. Можете миксовать, это тоже все возможно. Я вот иногда миксую, так можно как бы немножко сэкономить. Что касается спортпита, вы спрашивали, блять, он есть, его довольно-таки много. Есть еще просрочка, блять, ее тоже довольно-таки много. Но, как я вам говорил, пацаны, заказы меньше 10 тысяч я не принимаю, не обрабатываю, просто впадлу. Вот, кардио как часто делаю, слушай, я делаю каждый день. Забитости икр при беге, так и никак не избавиться. Это такая мышца, так она и быстро как бы адаптируется, ничего в этом страшного нет. Почему много мата? Я не знаю почему. Вот так вот меня воспитала ПТУ. Я тоже хочу. Я не знаю, чего ты хочешь. Так. Сколько дней в неделю бегать, когда набираешь? Хоть каждый день. Ребят, уже по поводу пианы все обсосано, обсуждено. Там нету вообще на человеке мышц. Вот тичми. Тичми, от тачми. Насчет кардио, ну да, в принципе, кардионагрузки-то есть каждый день, на самом деле, а как еще? Иначе бы я не был натурах такой сухой. То есть, если вот ты сейчас внимательно посмотришь, я не знаю, какое качество картинки в перископе, то ты увидишь, что у меня даже на груди сейчас вены видно. Вот. Ну, на Кубок Титанов, понятно, туда всегда народу дофига ходит. На длинной дистанции бегал, я футболом занимался профессионально, поэтому... Раньше как бы с бегом проблем у меня не было. Я бегал долго, я бегал много, я бегал быстро. Ну, в общем, вот. Сейчас я посмотрю, отойду еще одну коробочку. Да как бы, ну, в принципе, вы же видите, вон там, я не знаю, видно вам, не видно, но прессик-то вон он. Прессик вон, складка вот, как-то вот так. Мы качаем ноги. Красавцы, молодцы. Со здоровьем, ну, с переменным успехом, ребят, с переменным. Я еле в камеру помещаюсь, да просто камера маленькая. Я на секунду от вас отвернусь, мне надо еще одну коробочку проверить. Вот. А вы пока там пообсуждайте мои морщины, я не знаю, мою потенцию, мои ненастоящие мышцы, все такое. Пиздатые морщины. Я думал, пузатые морщины. Ух, ребята, сколько же у меня тут всего. У меня есть даже мутант пам по 3 чемпионы, когда он был там. Это я тоже возьму. Че бы не попампиться сейчас, если у меня халявное все. Да? Сейчас опа и синтольчик, чтобы в душе таким же быть красивым. В душе я вообще красавец, честно. И в душе ничего. Уставшие мышцы, блядь, пацаны, я стараюсь, чтобы они отдыхали как можно больше. Срок годности, на что-то истек, на что-то не истек. Если честно, похую. На самом деле похую. У меня много довольно-таки с истекшим сроком годности. И как бы это не мешает мне его жрать, он рабочий. Плюс у меня спортпит от спонсоров.
от Hardbody, от Генетика. Сейчас еще вот подойдет от Victory Distribution. Там у меня будет Левроновские ништяки и Островит еще себе возьму. Вот. Так что, блядь, вас ожидает глобальный тест спортбита в ближайшее время на моих видосах. Ой, в натураху. Я просто немножечко тут задумался и поговорил с пацанами. И так случилось, что я чуть не проебал все, что набирал целый год на нервиках и на прочей хуйне. Поэтому, хотелось бы все-таки осенью отвыступаться хорошо и вас порадовать. И себя немножко. Вот, поэтому надо стараться, чтобы было заебись все. Че запыхался? Ну, потому что я тяжелый, я запыхиваюсь, потому что часто пыхаю. Это не астма, нет, не волнуйтесь. С давлением есть проблемы, как я удерживаю массу во время, она не держится. Очень приятно, товарищ Лаврентий Берия. Чем ты курсить закончил? Да нет, конечно, ты что? Хуй тоже растет от спортпиток. А, абсолютно точно. Шерсть сбривать — это привычное дело, час и шерсти нет. Так, ладно, я пошел проверять, что там у меня. О, знаете, что у меня есть еще? У меня еще есть вот такая штука. Та-дам! Да, блядь, нету здоровья, есть здоровье. Зато у меня есть все то, чего у тебя нету. Расслабься. Ну, курить начал в 3 года, до сих пор не могу остановиться. А бомб, короче, пацаны, тоже достану. Еще посмотрю, что есть. Не, БЦА у меня сейчас будет дольше. Эй, пидорас, покажи бицуху. Смотри, пидорас, вот моя бицуха. Все, иди нахуй теперь. Грудь добавить надо бы. С грудью все ништяк. Красивее, чем у твоей подруги. Еще немножечко гейнера, я думаю, чтобы заебись пошло, как вы считаете, ребята. Какой у вас сегодня стул? Что надо? Откуда столько спортпита, Валера? Магазин есть в Москве, и спортпит есть, и спонсоры дают, и бабки еще тоже. Арбайтоном бы заняться лучше, да. Да, это тут разные угли, в этом и быстрые, и медленные. Скинь координаты. В госнарконтроль позвони, там много. Вот, короче, так что, что я, витаминчик подготовил, креатинчик подготовил, БЦАшки подготовил, аминки подготовил, ЦЛАшки подготовил, помпилку подготовил, витаминки подготовил, гейнер подготовил, протик тоже весь готов. Вот такие вот дела. Так что, в принципе, могу начинать загружаться. Вертуху кручу, на одной руке подтягиваюсь. Вот. Гармошка тоже, блядь. Гармошка, конечно, куда же без гармошки. Ну вот. Я не знаю, по-моему, хватит. Я так считаю. Вполне себе ничего, наборчик получился. Вот. Дельты. Не дельты. НАТО пугать. Я бы с удовольствием напугал бы, если бы мне за это дали чего-нибудь. Инсулин, да, инсулин сейчас перед этим делом. Прости, Валерон, я знаю. Сколько яиц в день ешь? Я ем 4 штуки целиком. Так, я турникмен, да. Так вот, короче, пацаны, значит, еще немного маркетинга. Спасибо, блин, я тоже очень хочу. И над этим я очень-очень старательно работаю. Нет, не заебал, я люблю это дело, это моя работа, это мой образ жизни. Поэтому... Я работаю спортсменом. Значит так, еще немного маркетинга.
по Хайгету ко мне в личку, по Растану ко мне в личку. Если вам кто-то будет говорить, что можно купить Растан за 2500-45 единиц или ну, от 2,5 до 4, вам пиздят, ребят, это разливуха, именно так, вот. Поэтому не слушайте, нормальный Растан меньше 6000 вам не предложат за флакон. Так, значит, по Хайгету точно так же есть различный Хайгет. Если на пачке написано Хайгет CN, ну то есть сайт China типа, да, или Хайгет BZ, это не настоящий Хайгет, никогда не покупайте, потому что купите кота в мешке. BPI, да, он и так есть. Значит, соответственно, покупается только БИС. БИС у меня, есть еще у кого-то, но у меня дешевле. Вот, поэтому оригиналы все есть у меня, остальное, ну, может быть, попадет нормальное, может нет. Но, скорее всего, вы купите у того же, кто у меня его перекупает. Поэтому не запаривайтесь, берите напрямую. Вот. Что касается спортпита, соответственно, я озвучил. Остатков у меня много, по спортпиту пишите в личку ко мне. Но я сразу же говорю, что заказы меньше, чем на 10 тысяч рублей я не принимаю и не обрабатываю. Насчет замутить свой гормон, на самом деле Стас-то написал вполне адекватную вещь. Мне уже предлагали на там же, на заводе, сделать мой именной гормон. Но на данный момент не вижу в этом никакого смысла. Возможно, позже я его и сделаю. Это не так сложно. Главное же, чтобы был объем, а объем у меня и так есть. Вот, поэтому как бы, ну, просто это делается для того, чтобы гарантировать своим именем качество просто и все. Конкуренцию Гастюнину, смотря в чем. Если вы хотите, чтобы я составил ему конкуренцию по продаже, как это называется, херня, господи, MLM там, ну вы поняли. Да, хайгетропин Айша это говно, только кортикостероид. Все правильно пишешь, очень даже правильно, молодец. Вот, поэтому, ребят, на самом деле, кто разбирается, тот давно уже берет у меня, потому что знает, что то, что покупается у меня, работает. Кто не разбирается, тот берет хуй знает что и хрен знает где. Вот. Причем возьмете, поверьте, вы либо дороже, чем у меня, либо за ту же цену, что и у меня. Но возьмете вы совершенно, блядь, не то, что будет заявлено. Это будет не того качества гормона, вполне возможно, это будет не гормон. Да, я в СПБ. Ну, вот. Но отправку, похуй, я делаю и в Баку отправки, и в Англию отправки, и в другие страны, и в принципе все там получают, как бы все отписываются, поэтому проблемы в этом никакой нет. Я просто еще раз напоминаю, что Хайгет будет только в середине следующей недели. При заказе от 10 пачек Хайгета я даю дополнительные скидосы. При заказе до 10 пачек, ну там можно договариваться. В Украину, конечно, тоже шлем. На Парнасе отлично, это не так далеко. Ну, я говорю, куда подъезжать, как правило, это или Комендантская площадь, метро или Озерки. Подъезжаете просто и забираете. Ну, соответственно, заранее оплачиваете деньги на карту. Почему деньги заранее оплачиваете на карту, просто объясню. Потому что если вдруг вы наебете или окажется, что вы не приедете, я не хочу терять время зря. Поэтому если я вижу, что вы уже деньги перевели, да, или у меня, или кто-то из моих передаст. Если вы деньги перевели, то, соответственно, уже понятно, что вы приедете, заберете. Я тебе скажу, Стас, по поводу сделать про ГР видосы, рассказать всю правду. Очень многим, кто занимается этим бизнесом, сильно рванет жопу, и потом на меня посыпется очень много говна. Ну, а нахуй оно мне это надо? Я этим занимаюсь, зарабатываю на этом деньги. Кто-то еще чем-то занимается, тоже зарабатывает. Но я ж не собираюсь, блядь, поименно называть тех, кто делает нехорошие вещи. Ничего страшного, Лаврентий, потому что если речь идет о хайгете, то это лиофилизат, а если это лиофилизат, слушай меня сейчас, не перебивай, если это лиофилизат, то с ним ничего не произойдет, если на него не будут попадать прямые солнечные лучи, а они уж туда точно никак попадать не будут. Соответственно, поскольку он будет еще в дополнительной упаковке, картонной, блядь, как бы с ним ничего не произойдет. Если мы говорим о растане, то там жидкий раствор, там более строгие условия хранения, но заказы Растана мы отправляем с дополнительной специальной охлаждающей упаковкой, которая держит температуру, поэтому с ним тоже ничего не произойдет, все будет нормально. Люди, которые получали наш гормон и сдавали на анализы, лично мне присылали сами эти анализы, все были довольны, поэтому людей, которые недовольны, у меня нет.
и не будет. Естественно, если кто-то вдруг появится и будет пиздеть, что ему какую-то хуйню прислали и прочие дела, это подстава, просто сразу же говорю, подстава для того, чтобы, блядь, попытаться просто отбить у меня клиентов. Не выйдет, не получится. Продаю только качественный, блядь, товар, говном не торгую. Вот и все. Единственный, блядь, неприятный зашквар, который случился, блядь, с компанией Pure, как вы знаете. Это произошло по причине, блядь, того, что нахуй люди там какие-то условия не соблюли с их шоколадками, да, я выступил с этим видео и в итоге, блядь, принял на себя весь удар вместо того, чтобы на себя принимала удар компания. Поэтому впредь я для себя сделал вывод, что ни в каких зашкварах, блядь, которые касаются компании или чего-либо, блядь, я никого нахуй оправдывать и объяснять не буду, нахуй мне это надо, пускай сами на себя удары принимают. Вот. Здорово, Барнаул. Вот, тут мне написала Кристина, чтобы заказы, говорит, можно принимать и от 5000 рублей по спортпиту. Но я вам хочу сказать, что нихуя. Нихуя, только от 10000. Вот, зачем мне удалять видео с шоколадками, если это видео набирает огромное количество просмотров и с каждого просмотра мне капают бабки? Вообще не понимаю необходимости убирать это видео. Пусть висит, пусть дальше смотрит, а мне деньги капают. Где произнести того, что есть? Написать в личку или мне, или Кристине. Вот. Нет, 10 косарей это немного, но спортпит, пассат не мой. Так, обсудили, да? Еще у меня тут епическое количество витаминов есть, если что. Есть витаминов много, очень разных. Есть эти, как они называются... Мелатонинов огромное количество. Так что если кто-то плохо спит, тоже пишите. На 10 косарей вам мелатонина отгружу и начнете спать как ребенок. Вот такие, блядь, дела. Так, с этим вроде разобрались. Главное теперь эту коробку поднять. Она, блядь, тяжелая. Сука. Тяжело. Реально тяжело. Чуть не обосрался. Хороший продажник и слоганы уже ко всему придумал. Да я мастер просто. Гина лезет походу. Ну и что? Ну даже если и лезет оно походу, и что дальше? Это что-то такое страшное. Че не лезет ни у кого, лезет только у меня? Ты так сказал, как будто это прям какашка в экран полезла. Когда анонсируешь свой спортпит? Я думаю, что в течение 1-2 месяцев. Точно пока ничего не скажу. Куда писать в ВК? Так я же говорю, писать в ВК или мне, или Кристинке. Вот. Не пишите Кристинке с просьбой пойти на свиданку, потому что идите нахуй, обойдетесь. Он только со мной ходит на свиданки. Поняли, козлы? Анастрозол? Да, иногда. Я как ангел у окна, ну спасибо. Так, что там у нас? Блять, время уже дохуя. Со мной на свиданку? Блять, ну я не знаю, а что ты мне предложишь? Если ты меня покормишь вкусно, я схожу. Да были, конечно, всякие разные, да. Ребят, не пишите мне про Васипа. Блять, что ж такое-то? Анастрозол я только, я тамоксифен не пил. Мы угощаем и заедем за тобой. Бля, говно вопрос, заезжайте тогда. Даже могу телефон вам оставить свой, звоните. Только ночью не звоните. Да почему посрался с Васипом? Просто, блядь, он запаривает, у него свой перископ. Что вы, блядь, домагиваетесь до меня каждый раз с одним и тем же? Да немного я жру, не пизди, Серега, нормально я. У меня всегда со своими контейнерами везде хожу. Вот так вот. К сори вам, нет, не буду бриться, выйду волосатый. Ну давайте, короче, быстренько, ребят, уже время, это, время, время. Я с вами тут, блядь, 40 минут, а вы мне еще это, заказ на Хайгет не отправили и на Растан. Давайте как-то так, чтобы мне было выгодно это, еб твою мать. Слава Валерону, Валерону слава. Под мой перископ качаешься.
Ну, это неплохо. Вот ник у человека классный, сука, бля, мне нравится. Реланиум, а почему я должен продавать реланиум? Очень странный вопрос. Опять еврейские штучки. Давай 5 минут как присоединился. Да, хорошо. Все в бизнесмены подались. Я начал этим заниматься еще до того, как вы узнали, что это такое. С переменным успехом. Так больше никто уже давным-давно не скидывает деньги мне на карту. Кстати, блядь, точно, хорошо, что напомнил. Тестостерон. Почему, блядь, вы не скидываете деньги мне на карту Сбера, а? Что за, блядь, хуйня? Ребята, у меня закончились деньги. Срочно переводите мне по 100 рублей. Мой номер счета находится на стартовой странице моего Перископа. Давайте сейчас по соточке скиньтесь, а я скажу вам, сколько денег пришло. Что значит, где видео, мудак? Видео, блядь, я вам 2 видео снял, вы охуели. Сколько нас скидывали, блядь, столько я... Ой, меня матерят, ребят. Меня матерят. Меня материт Кристина из-за вас. Я должен уходить. Я забрал весь интернет. Я вернусь к вам позже, ладно? Если я вернусь с фингалом, знаете, меня отпиздила Кристина. Потом пишите мат ей в личку, скажите, не вздумай его трогать, не смей поднимать на него руку, он хороший человек. Но вы же знаете, ребят, я хороший человек, да? Вот такие, блядь, дела. Так, ладно, все, я ухожу. Заказы мне в личку. По 100 рублей мне на карту. Ну, вы поняли, все как всегда. Пока.